сезонные, на мае месяце, это достаточно, даже больше, никогда мы в мае только воды не подавали. Есть некоторые нюансы, кто-то слух пустил, что воды не будет, люди ажиотажно набирают, как будто последний день. Просьба жителям города Славянска рационально использовать питьевую воду. Питьевая вода не для того, чтобы поливать огороды. Для того, чтобы пить питьевую воду использовать. За этого не хватает этой воды. Я не могу больше добавить. Если я добавлю, ночное время порвет все сели. Тогда вообще воды не будет. И платить надо за воду. Они думают, что если такая ситуация в городе, платить за воду не надо. А требуют, все требуют. Где вода? Где что, вода? Им познакомиться? Для порыва нечего? Нет, как таких порывов серьезных нет. То, что есть, мы справляемся, работаем. И сегодня мы выполняем серьезный порыв. У нас в центре появились. Мы сегодня в 2 часа дня.